световой занавес, бахрома звезды представляет собой тонкий, гибкий, прозрачный провод, на котором располагаются нити длиной 20, 30 и 40 сантиметров, соответственно. Плафончики сделаны в виде пятиконечной звезды размером 4 сантиметра. Один диод в этой гирлянде мерцает двумя цветами. Данная гирлянда предназначена для внутреннего использования. Она очень эффективно смотрится в качестве интерьерного украшения и создает необычную игру света. Особенность этой гирлянды в том, что с помощью переходника можно соединить последовательно до 10 гирлянд, тем самым увеличив ее длину. Питание гирлянды от сети 220 вольт. Плафончики не нагреваются, сколько бы ни находилась гирлянда в рабочем состоянии. Do you?